4 жителя Актобе задержаны по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности республики. Операция прошла накануне силами КНБ с привлечением органов внутренних дел. В ходе обысков изъяты обрез охотничьего ружья, патроны к нему, травматические газовые пистолеты, изготовленные кустарным способом ножи, литература и электронные носители информации с деструктивным религиозным содержанием. Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых верующие агитировали в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации ТИГИЛ, говорится в официальном сообщении пресс-службы КНБ. Следственные мероприятия продолжаются.